Вот такие полезные и нужные гаджеты для ванной я сегодня вам покажу. А еще расскажу, где взять купоны для распродажи 11.11. Всем привет! Разные приспособления для ванной, думаю, многим будут очень полезны и интересны. Тем более, что скоро будут большие скидки в честь распродажи 11.11. И все эти товары можно будет купить по сниженным ценам. А также дополнительно можно будет сэкономить с помощью купонов, про которые я расскажу в конце ролика, где их взять и как получить. Все товары, которые вам понравятся, ставьте себе в корзину и покупайте на распродаже. Будет очень выгодно. Ну и давайте смотреть. Приятного просмотра! Фильтр-насадка для душа. Предназначена для подготовки воды, предназначенной для душа. Особенно рекомендуется детям и людям с нежной кожей. Фильтр содержит высококачественный активный уголь и материал АНМ. Фильтр преобразовывает вредный хлор в безопасные хлориды, эффективно удаляет органические загрязнения, которые являются причиной перхоти и ломких волос, понижает раздражительность кожи и предотвращает ее высушивание, а также имеет антибактериальные свойства. Гаджет монтируется между душевой батареей и шлангом, либо между шлангом и душевой трубкой. Такой фильтр очень рекомендуется для сильно хлорированной воды. Настенный держатель для зубной пасты призван оптимизировать свободное пространство в ванной комнате. Замечательный аксессуар для ванной, который исключает беспорядок и распространение бактерий. Дозатор для зубной пасты имеет вакуумную технологию, которая помогает выдавить содержимое экономично до последней капли и избегает прямого прикосновения к тюбику. А главное, нет надобности постоянно закрывать зубную пасту. Данная модель с двумя дозаторами. Можно установить сразу два тюбика зубной пасты. Это может быть основной тюбик и тюбик детской зубной пасты. Есть отделение для хранения дополнительных аксессуаров типа станка для бритья, расчески, тюбика крема и так далее. Идеально подходит для 7 из 4 человек, поскольку в комплекте есть еще 4 стакана для полоскания рта, 2 из которых магнитные. Это будет удобно деткам, чтобы они ставили стакан на место без какой-либо помощи. Полочка-органайзер с держателем щеток и диспенсером. Многофункциональная подставка для принадлежностей личной гигиены. Значительно поможет вам организовать множество предметов в одном удобном месте и тем самым сделает пользование щетками, кремами и другими средствами гигиены удобнее и быстрее. Полка выглядит очень стильно и впишется в интерьер любой ванны. Для ее установки не нужно сверлить стены, так как она крепится на прочную липкую ленту, которая прослужит вам долго и не оторвется. Также можно заказать диспенсер для зубной пасты и установить рядом с отсеком зубных щеток для удобного использования. Напольная щетка разработана в виде полумесяца для достижения самых узких мест в унитазе вокруг обода. Уникальный магнитный воротник позволяет без труда соединить щетку и держатель и переносить этот комплект без капель. Тонкий куполообразный держатель из белого пластика позволяет прятать щетку, сохраняя гигиеничность и эстетичный вид. Жесткие щетинки позволяют очищать твердые отложения. Щетка легко откручивается от рукоятки и заменяется на другую с помощью кнопки. Благодаря лучшим материалам эта щетка для унитаза прослужит вам долгие годы. Современный, стильный и качественный диспенсер для туалетной бумаги закрытого типа с двумя полками. Одна открытая, а вторая выдвижная. Первая полка открытая, на нее можно поставить разные предметы, очки, часы, освежитель воздуха и так далее. Предусмотрено специальное место под планшет или телефон. Во второй полке можно хранить разные принадлежности типа салфеток, средств гигиены, мусорные пакеты и тому подобное. Держатель туалетной бумаги сделан из качественного ABS пластика. Крепится к стене при помощи мощной липучки, так что бурение не требуется. Производитель заявляет о том, что крепление выдерживает нагрузку до 10 кг. Дозатор для жидкого мыла с уникальным классическим внешним видом вписывается практически в любой интерьер. Двойной диспенсер используется для разлива различных средств одновременно, имеет светлый цвет корпуса с темным стеклом для видимости остатков жидкости в резервуарах. Двойной диспенсер используется для разлива разных средств одновременно, имеет светлый цвет корпуса с темным стеклом для видимости остатка жидкости в резервуарах. Усовершенствованная система подачи мыла исключает протекание, снижает риск засора и отличается легкостью нажатия кнопки. Данная модель выполнена из ABS пластика нового поколения, что обеспечивает повышенную ударопрочность. Корпус дозатора выдерживает нагрузку до 140 кг. Он не токсичен, рекомендован для использования в детских учреждениях, имеет повышенную стойкость к моющим средствам, а наличие ключа предотвращает попадание инородных предметов в емкость.
Если у вас в ванной неприятный запах или забитый слив, то скорее знакомьтесь с палочками от засора слива раковин. Они обеспечат идеальную чистоту и свободу водопроводным трубам, не требуя ничего от вас. Благодаря особому составу палочка выпускает концентрированную смесь ферментов, которая легко расщепляет и перерабатывает скопление жира и органических отложений. Действия одной палочки хватает на целый месяц, потому приобретая комплект, вы забываете о бытовой проблеме на целый год. Ваша задача всего лишь при обнаружении проблемы поместить одну палочку в слив. Ручная прочистная вертушка. Очень полезный гаджет для дома. Применяется для прочистки труб узких отводов, сливов диаметром до 50 мм без демонтажа сифонов, сливных решеток, профилактической прочистки канализации, вентиляции и дымоходных труб при помощи ёршиков, так и для устранения уже случившихся засоров. Все элементы корпуса созданы из прочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы инструмента. Эта вертушка поможет справиться даже с сильным засором. Лучший вариант для решения сложных задач. Наклейка для декора станет украшением вашей ванной или в другой комнате. Наклейки, входящие в набор, содержат изображения Немо, Марлина, Дори, а также по ссылке есть и другие герои. Их не нужно вырезать. Наклейки следует просто отсоединить от защитного слоя и поместить на стену или любую другую плоскую гладкую поверхность. Они многоразовые, их легко переклеивать и снимать со стены. Они не оставляют липких следов на поверхности. Изготовлены на тонкой виниловой основе, благодаря чему гармонично вписываются в интерьер, не портят стены и легко снимаются, не оставляя следов и повреждений. Для веселого и безопасного купания вашего ребенка в ванной или душе я нашел вот такие вот насадки на кран в виде слоника или уточки. Они выполнены из гладкого пластика со скругленными краями и защищают малыша от острых краев смесителя. Насадка универсальная и подходит для большинства смесителей разных форм и размеров, при этом крепится и снимается с крана в считанные секунды. Она состоит из двух частей, одна функциональная, вторая для декора. Такую насадку можно брать с собой в путешествие и даже мыть в посудомоечной машине. Пробка для ванны и раковины предназначена для профилактики засоров в трубах. Идеальное приспособление для улавливания волос и частиц мусора в ванной, душевой кабине и раковине. Ситечка прочно фиксируется на месте, не позволяя волосам и мусору проникать в водосток. Форма ситечка в виде прикольной морской звезды. Высокое качество материалов обеспечивает сильное присасывание без смещения. Изготовлена пробка из термопластичной резины. Бывают ситуации, когда в ванной некуда поместить фен. Решить эту проблему поможет вам вот такой вот держатель для фена. Это очень удобно, поскольку многие женщины сушат волосы прямо в ванной. Держатель имеет оригинальный внешний вид и впишется в интерьер любого помещения. Подставка сделана из алюминия, имеет матовое покрытие и состоит из трех спиралей. Спиральная форма подставки предназначена для фенов с длинной выдувающей частью. Подсветка для унитаза с датчиком движения только сначала может показаться шуточным изобретением. На самом деле это полезный аксессуар, который не только добавляет в восхитительную атмосферу романтизма и волшебства в привычной и скучной комнате, но и обеспечивает освещение в темное время суток. Чтобы подсветка не наскучила, ее оттенок можно менять благодаря кнопке на корпусе. Всего доступно 8 вариантов цветов. Главный аксессуар легко фиксируется на любой модели унитаза, не боится воды и прослужит очень долго. Я лично тестировал такую подсветку, и она мне до сих пор служит. Штука очень прикольная. Держатель для мыла с магнитом. Незаменимая и удобнейшая вещь в быту. Кто когда-то пользовался таким магнитом, всегда будет хотеть, чтобы в его доме была вот такая вот мыльница. Держатель с помощью шурупа крепится в удобном для вас месте, а в кусок мыла вы должны установить магнит, и вуаля, можно пользоваться. Магнитный держатель продлевает срок службы мыла, так как позволяет ему всегда быть сухим. Мыло всегда под рукой, его легко брать и прикреплять на место. А стильный дизайн позволит дополнить интерьер ванной комнаты или кухни. Халат с фильма «Звездные войны». Мягкий и удобный банный халат будет отличным нарядом как для ходьбы по дому, так и после приятного горячего душа. Это длинный, черный или коричневый халат с большим капюшоном, поясом и карманами по бокам, которые будут безопасно хранить ваши вещи. Кстати, очень похож на такой, как у верховного канцлера республики Дарта Сидиуса с фильма «Звездные войны». Ходить в таком халате по дому – настоящее удовольствие. Тепло, солидно и, как говорится, выглядит по-царски.
Какие товары вам пригодятся в вашей ванной комнате? Что вам понравилось? Пишите об этом в комментариях, мне очень интересно. Все ссылки на гаджеты из видео есть в описании под роликом. Переходите, ложите их себе в корзину и покупайте на распродаже со скидками. Кстати, также я оставил ссылку на купоны, которые вы можете получить специально, чтобы потратить их 11.11. Так что переходите по ссылкам в описании и получайте их. Был рад сегодня для вас стараться. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. Хорошего вечера и пока!